9 июля юбилей отметила Лия Хиджакова, советская российская актриса театра и кино. Ей исполнилось 85 лет. Ее фильмография насчитывает более 100 работ в кино и сериалах. А широкую известность и любовь зрителей Лия Хиджаковой принесли работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова, таких как «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы» или «С легким паром» и другие. На протяжении 46 лет она выходила на сцену театра «Современник», а до этого 15 лет служила в московском ТЮЗе. Лия Хиджакова известна своей активной гражданской позицией. Оставшись без фактической работы в театре, народная артистка России вынуждена была написать заявление об увольнении «Современника» по собственному желанию. В планах актрисы заняться гастрольной деятельностью. Куда я уеду и зачем я уеду? Пусть они уезжают. Мне некуда уезжать.